Wait. Hey. Hey. Доброе утро. От Михалыча привет. От семьи Михалыча. Ну, чтобы все знали, что место его. Руки, ноги, лаповые там. Походил, попил, попатрулировал, порядки проверил, свалился. Пошли, ты чё ты заверещал-то? А? Чего ты верещишь? Что случилось? Чего такое? Гулять пора? Что? Ой, 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 ой. Что случилось? Что такое? Что случилось? Что случилось? Что? Ой, на маму ругаешься? Что? Ну-ка гулять! Пошли гулять! Чернуша! Пошли гулять! Сейчас получишь! Руки не трогай лаповые! Пойдем! Пошли гулять! Пошли гулять! Скорей! Заячку! Вот-вот-вот-вот-вот! Вот ты! Ой! Какая собака молодец у нас! Давай, пап, неси этого! Эту вернее! Открой дверь! Иду-иду, пончик! Сейчас! Давайте! Давайте, всё. Давайте. Ага. Не подняла, дочь? Нет. Люсь. А ты мне что, сразу двоих ведешь? Она не смогла. Ложится и лежит в траве. Люсь. Вать, а эту-то? Люсь, иди сюда. В огород, к Лизе. Люсенька, заходи. Так она вот так. Люсь, зайди к Лизе. Зайди, иди там, Лиза, в огород. Нет, нет, Люсь. Ну, конечно, посмотри, ну мне твоих-то как вас протирать-то, Люся? Ну, это за отцом просто идет и все на пролом. Шмар какой-то. Сейчас я ее отвезу туда. Люсь. Давай, мочись. Лишка. Усядь. Ждет стоит. Вадика, вот жопа хитрая. Ждет отца стоит. Вот хитрая жопа. Ложись. Не спеши, аккуратно, не торопись никуда. Я пришла, пап. Я одену. Ждать будет до конца, наверное. Ждем, стоим. А ты скажи ей, выгляни. Здесь... А давай я вот ее... Не, нет, так не надо. Потому что, может быть, еще Лиза не готова. Да готова она. Ну, дочь. Она, значит, то есть, она белье снимает в воде. Лиза белье снимает в огороде. Поэтому ждем. Я не могу. Она всегда с таким... Ох, бабёнка такая легла. Её будут ругаться на меня за передние лапы. Она ругается всегда. Лапу. Пришла пончика кормить, он от меня сбежал. Я говорю, тебе все равно возвращаться придется. Он туго знает свое место, он нигде больше не лежит, только на своем месте. Сейчас он от меня сбежал. Возвращайся, я все равно не отстану. Возвращайся. Ложись на свое место. Шуту. А, я ему ухо почистила. Какой стороной лежал, то ухо и почистила. Вот. Левая. Чтобы мама ухо почистила, да? Ах, это мама проказница. Укладывайся, укладывайся. Телюли-попанделюли будут после еды. Это салфетка. Это еда, вот.
Ну, лечь надо, это... Ложись, говорю. Хотела его уложить. Спешал. Иди ложись. На еду смотрю. Стоять. Мамка так подгибаем лапочку, все знаешь, и начинаем есть. Блин.